Ну, сейчас подматываю немножко карабина, чтобы сетка висела именно на уровне третьей галереи. Вот этот невод был, чтобы он не выходил на вторую галерею, чтобы не заслонял обзор никому. То есть здесь специальные карабинчики, на которые это вешается. Отправляются прожектора, то бишь это 4 контровых прожектора, которые будут освещать синим светом, как будто это вечер-ночь. Вроде как оно должно играть в самом спектакле именно со звездным небом. Сейчас пойдем вешать звездное небо на втором уровне. То есть на второй галерее. По всему периметру всех декораций вешается звездное небо. Вот у нас есть одно стационарное звездное небо, которое висит над залом. То есть оно все время там находится. И перед каждой безымянной звезды и после каждой. То есть мы дополнительно еще вешаем на второй галерее и на третьей. Также подключаю фары поезда. Вот здесь вот в лючке. Вот и также глобус. Ну а сейчас мы посмотрим, как будет выглядеть звездное небо на спектакль «Безымянная звезда». Над зрительным залом, если присмотреться, можно даже будет увидеть большую медведицу. То есть это именно такая задумка по самому спектаклю.